стоим, ждем автобус. В сторону Шелихова такая пробка. На озеро собрались ехать. Или такси ждем, или автобус. Никто не приезжает, короче. Даже такси ехать не хочет сюда, в эту пробку. Вот приехали. Идем в сторону озера. Еще ни разу тут не были сейчас. Заценим, что тут кого. Ладно, подсниму потом вам. Посмотрим вместе. Вот прибыль, вот такая вот лагуна тут написана. Машин тут вообще как на море. Как на море вообще. Все по кругу. Так, везде все забито. Что тут за озеро такое блатное? Сейчас посмотрим. Прямо пойдешь, в сказке окажешься. Налево пойдешь, в баньку попадешь. Направо повернешь, чудо озеро найдешь. Вот просто тут кишит все людьми. Вот. Вот так вообще. А вот там вот с краю никого. Вода кайф вообще просто. Парное молоко. Лагуна. Собака эта покоя не дает нам. Мы уже отдали косточки от курицы. Наелась? Нет? Все, иди. Нету ничего. Нету. Попозже будет, мы тебя позовем. Такая наглая вообще рядом стоит. Ты нас съесть хочешь? А, волкодав. Все, иди гуляй. Да, народу тут реально как в Сочи. Вообще просто. Вот отдыхаем в лагуне. Тут соседи присоседились к нам. Народ все прибавляется, прибавляется. Мы в тенечке сидим. На солнце нету места. Только в тенечке. Какая-то мусорка. Вот прям, где купаются, тут и серут. Смотрите, вот вообще. Алкоголики местные. Вот просто убрать даже некому. Все в бутылках, вообще все. Вот. С чего тут мусорка-то? Мусорка там где-то дальше. Все, пошли мы, короче, домой. Пакет с мусором с собой. Тут собака гавкает, охраняет. Наелась, да, охраняешь теперь. Загавкала. Вот люди сейчас на наше местечко могут подсесть. Тут еще вот такое болотце есть.
тоже тут купаются в этом болоте. Вон они реально пошли, где мы были. Облепиха растет. Надо мусорку найти. Есть тут, нет. Тут грязьку такую накатали. Ладно, еще включусь потом. Тут смоленщина. Памятник есть такой. Они сражались за родину. И помнит мир спасенный. Так. Так вот тут скамеечки, цветочки. Там еще гора такая вдали. Красотища там. Там бежит возле этой горы река Иркут. Вон ЖД пути есть там. Все, завершаем ролик. Всем пока-пока, ребята. Подписывайтесь на канал. Кому интересно, ставьте лайки. Будем дальше продолжать снимать.